ходим по плавунам. Мишаня есть! Вот и первая щука. Ну, сложно назвать щукой, но щука. Вот, ай-яй-яй, сорвала. Вот, догнала! Всем привет, друзья! Вы на канале Акара. Я уже походил по болоту в Карелии. Мы вышли на вот такое озеро. Везде у нас болото. Ходим по болоту, по краю и пытаемся поймать щуку. Ловлю щук на джерке. Ну и получится поймать или нет, оставайтесь с нами и все сами увидите. Я еще не один. Со мной товарищ, хороший друг, он карел и знает, он как проводник, знает, как ходить правильно по болотам, рассказывает мне, куда наступать, куда не наступать. Вот, а я, тем не менее, его учу, как ловить на джерке. Мы пошли ловить. Так, ну и начну я вот с такого джерка. Руки грязные все в этом, в ягоде. Пробирались до этого озера. Говорят, тут есть щук. Ну да. А. Понять вообще, тут есть щука или нет. Изучаем новые места, озера, в Карелии находимся. И интересно половить не только ту рыбу, за которой все ездят в Карелию, но и трофейных окуней да щук. Какие берега у нас плавуны. Ходим по плавунам. Мишаня есть! Вот и первая щука. Ну, сложно назвать щукой, но щука. Ура! Худая такая. Вот смотрите, на джерк. Какой там пятый заброс. И первая щучка маленькая. Так, выпустим ее. Ай-яй-яй-яй-яй. Харе. Нет, тут без горцанга не обойтись. Ну, отдай. А вот с этим придется чуть-чуть постараться. Блин. Жалко рыбу, конечно. Так, вот такая вот щучка. Ну и выпущу ее. Слишком мелкая. И вообще отсюда забирать щуку достаточно будет проблематично выносить. Очень далеко мы находимся от дороги. Так. Ну и продолжим. Ну, очень много мошки, конечно, на этих озерах, болотах в Карелии. Она вообще маленькая. Полос. Сейчас туда закину. Так, попробую вдоль вот этого бережка кину. Там травка чуть-чуть растет. О, сразу же и зацепил травку. А, вон щука выходила. Я прям увидел. С одного места три щуки. А? Прикольно. Так, я далеко еще закину.
больше. Тут все. Больше не хочет. Ну-ка. Попробую здесь вдоль кинуть брюшка под свой берег. Вода прозрачная. О, идет. Шла. По крайней мере. Мелкая тоже была. У меня тут эти. У меня уже поклевок 5 было. Вот, ай-яй-яй, сорвала. Вот, догнала! Блин, вот это кайф. Начал выматывать, догнала, прикинь. Не, такая, под килошку. 5-я. С места, Мишань. Вот это уже побольше щучка. Вот это, ребят, уже... Там работаете? Камера работает? Работает. Вот это уже побольше щучка. Зуб какой-то тут. Смотрите. Зуб в обратную сторону. Вытащил. Может, я сделал так случайно ей. Щуку, разбираясь с ней, я уже увидел ягоду. Сейчас покажу вам. Вот это у нас клюква. От нее у меня как раз грязные руки. Вот еще одна. Ее тут достаточно много. Да. На это озеро можно было брать одну приманку и ловить. Ну-ка, еще раз туда закинем. А эта щучка клемалась, нет? Может, выйдет? Да, идет. Не, все, стартануло так бодренько-то. Очень бодро. Миша, слушай, ну расскажи, как ходить по болотам правильно? Вот по таким местам. Хоть немножко расскажи. Нужно стараться наступать на кочки, смотреть, где меньше воды. Если вот, как вот здесь, вот, обратить внимание с левой стороны, здесь резкая трава, река практически нету, вот какая-то вода идет. Вот. Шанс того, что здесь очень топко, ну, сами понимаете, он максимально высокий. Если идти вот по данному, здесь видно, что много, вода наружу не проступает. Да, он может прогибаться под вами, мох, но он выдержит. Ну и в любом случае, когда идете, лучше идти аккуратно и стараться проверять ногой спереди, утонет она, провалится или нет. Это в первую очередь личная безопасность. Спешить по болоту идти не стоит. Лучше идти спокойно, медленно, размеренно, экономя силы. Ну и обращая внимание, куда ставить ногу. Понял, спасибо, будем... Будем придерживаться твоим советом. Вот, смотри. Вот, закинул, да, вот. Пык-пык. Раз, два. Вот что-то он у тебя не играет. Не играет? Смотри. Сейчас у меня не играет. Во. Ну так вот должен у тебя играть. В разные стороны. Во, во, во,
Ну же щука вот таких может держаться, я так понимаю, правильно? Да. А бывает такие длинные. Вот она, вот она. Окунь. Вот это окунь, друзья. Смотрите на джерк. Хороший окунь-то, более-менее. Вот он еще один теперь у товарища. Вот он. Ну-ка, давай, два одинаковых джерка. Ну и почти два одинаковых окуня. А ну покажи его на камеру-то тоже. Ну вот сюда поближе к моему поднеси. Два окуня, два одинаковых джерка. И вот, представляете, вот такой вот штуки он клюнул. Прикольно. Не окунь, Миша. А вот тут вот может быть и щука. Заброс маятником. Да? Вот эта щука была! Вот она! Ай, блин, сорвалась! Она накололась. Хотя тут щука злая, может быть. Вот она! Догнала! Может быть, это и другая. Та, по-моему, крупнее была. Та крупнее была, это меньше. Двадцать минут рыбалки, три щуки, сколько поклевок уже выходов, это прям вообще, блин. Давно я не был на такой рыбалке, друзья. Блин, прикольно. Так, ну раз такое дело, можно поэкспериментировать с приманками и хочу попробовать на резину. Резину поставить побольше. Тут тоже вон травка чуть-чуть на дне. Сейчас у тебя там клюнет, я так думаю. Ух ты ж, схватила и держит. Просто я вытащил, она держалась за приманку, прикинь. Мелкая, но тем не менее. Иди сюда, я тебя сейчас выпущу, покажу ребятам и выпущу. Вот такая мелкая щука просто держалась за резину, я ее вытащил. Да, иди. Все, уплывай. Руки боюсь мыть, вдруг укусит щука. А? Может? Место классное. Вот он, блин! Щука бахнула сразу. Только сделал. Вот она, блин, была. Шла. Вот она тут прям была. Все.
Вот она опять. А ну попробуйте туда кинуть. Удастся Мише поймать ее или нет. Не хочет больше. Два раза. Ой, это прям там в травку закинул. Правило классно. Смотри, он там кто-то малька гонял. Случайно получилось, что кто-то малька гонял? Вот, ты видел, я даже еще не протянул ничего. Я просто кинул. А кто это? Щука? Щука, да. Блин, нифига себе, прям на это, на бульку. Прям на бошку попало видео. Я даже не дернул. Пух, и она уже сразу. Да. Ну, вот такая мелкая щучка. Так, стопы. Такой джерк, такая вон щучка, плыви. Но это выходило гораздо крупнее. Кажется, да, вот такая вот, блин, болотина, и вот в этой болотине, да, такая щука. Ну что, друзья, наша рыбалка с Мишей подошла к концу. За 2 часа мы поймали по несколько щук. Ну, Миша чуть похуже, к сожалению. Попалась нам по окушку. Вот. Ловили вот на таком озере, ходили по болотам, по плавунам. За 2 часа устали, очень сильно устали. С нас все течет. Но самое главное, удовольствие получено. Это, наверное, самое главное. Половили на джерки, половили щуку, не попалось трофейной, но было количество их, было очень много выходов, очень много поклевок. Не каждая щука клевала, не каждая щука доедала. Поймал и на резину, и на джерки. В общем, как-то так. Всем пока-пока, оставайтесь с нами.